Конференция Intel Software 2017 HPC Code Modernization Artificial Intelligence, проводимая Казанским федеральным университетом совместно с крупнейшей IT-компанией мира Intel, начала свою работу. В течение мероприятия приглашенные спикеры представляли передовые модели программирования и новейшие программные инструменты компании, необходимые для достижения максимальной производительности завтрашнего дня. Второй день конференции посвящен искусственному интеллекту, то есть машин learning, big learning и так далее. Что это немаловажно, это абсолютно новая область. Там еще хороших разработок мало, это прекрасная возможность создавать свои стартапы, сделать что-то такое прорывное, выдающееся и стать новым Биллом Гейтсом или Цукербергом Марком, или там Сергеем Брином. То есть поэтому слушайте внимательно. Стоит отметить, что у директора по продажам и маркетингу Intel состоялась встреча с ректором Казанского федерального Ильшатом Гафуровым. Это уже не первый визит господина Деваргни в КФУ. Тем не менее, сторонам было что обсудить. А именно, корпорация Intel активно продвигает собственную систему искусственного интеллекта. В связи с этим компания выступила с предложением принять в обработку систему базы данных различных научных исследований, проводимых в КФУ. Это позволило бы Intel развивать и обучать свою разработку, а университет по-новому структурировать большие объемы текущей информации. Современные технологии приходят в вузы, в высшие учебные заведения, что наши студенты, наши партнеры-работодатели здесь, в одном зале, и будут сегодня слушать и активно осваивать современные технологии от компании Intel. На конференции представители компании Intel отметили, что полностью готовы вложить время и силы в совместные исследования. Это, несомненно, даст новый старт для совершенно новых исследований на более высоком уровне. На сегодняшний день в России пока что не существует специализированной программы по подготовке специалистов, готовых работать с искусственным интеллектом. Успешный опыт такого взаимодействия корпорация имеет только в США. Но это только пока. Как резюмировали представители крупнейшей IT-компании, у КФУ есть все шансы стать примером успешного сотрудничества Intel в России. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.